Не задерживайся. Ладно, пока. Так это ты! Сам дурак! На, будешь арбитром. Вова, ты покакал? Стёп, проверь. Сейчас проверю. Я все. Гол, 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 гол! Хулиганье! Бардак устроили! Нет на вас ремня отцовского! Закрой дверь, бандит! Это не дверь, это ворота! Никакой управы на них! Я все! Мало того, что сквозняк устроил, так он еще и отравить меня решил. Я взяла или нет? Господи! Бабзин, сквозняк! Обед. Занимайся давай. Плакатик подарили. Да бабка к пенсии. Как им только не стыдно. Не делаешь? Кто тебе вообще сказал, что ты художник? Достала твоя мазня! Что, так и уйдешь? Да пошел ты! Чего тебе? Не пустишь? Нет, у меня экзамен завтра. Я помогу. Ночью же иди домой, метро закроется. Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Да там еще приперся! На ночь, глядя! Все. Вовсе никто. Опять.
Бери Мишку. Мишка, Мишка, что с тобой? Почему ты спишь зимой? Варежки взяла? Да. Пойдем. Ой, как снега много. Все, отдыхай. Давай! Чисто! Чисто! Чисто? Да, чисто! Какого черта вы там делаете? Это не та квартира. На каком вы этаже? На третьем. Пятый этаж, пятый. Понял. Уходим. Быстро спать. Что это было? Украли что? Автомобильные перевозки, они, кстати, самые надежные. Ну, тут, как и во всем, есть, конечно, свои нюансы, но так вообще... Что вы делаете, а? Что вы делаете? Ну, посмотрите, вы, у меня же все имущество же свалится, да. А? Ну, посмотрите, что, куда вы? Что ты мне ставишь, как памятник на параде? Давай, давай, что-нибудь делай. А ты чего молчишь? Да я что вообще не понимаю, а? Зачем весь этот хлам тащить такую даль? Да. Господи, ты боже мой. Барбара. Да пропадите Барбара. Пропадом. Слышь, вопросами литературы увлекаешься? Что делать, товарищ? Пойдем, поможешь мне. И как там с новыми людьми? А уехали все. Ну-ну. Ну все, теперь вон дверью нарастили. Ничего вас не выпадет. Давайте, я как приеду, буду звонить сразу.
счету, 1000 дней до игр в Сочи. В городе состоялся запуск часов, ведущих обратный отчет времени до начала зимних Олимпийских игр. Дизайн часов отражает дух динамичного и контрастного региона Сочи, где величественные снежные вершины сочетаются с теплым морем. В Западной Атлантике потерпел крушение контейнеровоз «Белладжио». Судно ходит под флагом государства Вануату. Причиной аварии стал сильный шторм, бушующий в Карибском море уже несколько дней. Экипаж, состоящий из российских моряков, не пострадал. Корабль перевозил более 700 контейнеров. Весь груз затонул. Теперь о спорте. Сборная России по хоккею осталась без медали на чемпионате мира, который завершился в... далекую и наш черед пришел. Едем мы, друзья, дальние края, станем нам поселами и ты, и я. Едем мы, друзья, дальние края.
я, станем новоселами и ты, и я.